Спортивные площадки с тренажерами и снарядами для воркаута появились во многих дворах Сарова. Но не каждый человек знает, как правильно заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. В сквере 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, оборудованием для сдачи норм ГТО. Здесь же можно поиграть и в настольный теннис. Здесь упражнения можно жим, лежа, становая тяга, можно выполнить гиперэкстензию упражнения, отжимания на брусьях, то есть как бы жим сидя, вот, это силовые упражнения, ну, а также на настольный теннис, баскетбол и волейбол. Региональный проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализуется несколько лет. Все желающие могут выбрать физическую активность на любой вкус, а также получить помощь специалиста по спорту на физкультурных площадках города. Консультации инструктора абсолютно бесплатные. Дети тоже могут найти здесь занятия по душе – игры с мячом или командные соревнования. Специалисты Центра внешкольной работы приносят с собой необходимый инвентарь – скакалки, мячи, ракетки для настольного и большого тенниса. Тут можно кидать кольцо, заниматься спортом, отжимались, играли в теннис, приседали, поднимали в лежачем режиме. Когда приходишь со школы, делаешь уроки, я прихожу сюда. Тут есть кольцо, можно чем позаниматься. У меня есть свой баскетбольный мячик, я сюда хожу. Тут можно еще поподтягиваться. Очень люблю заниматься спортом, это полезно, весело, приносит радость. Интересно. А каким видом спорта увлекаешься, занимаешься? Увлекаюсь бегом, теннисом, баскетболом, подтягиванием, и лазанием. Я занимаюсь, на тренажерах и играю тоже, с другими, с друзьями, со знакомыми, с родителями. Для людей серебряного возраста предусмотрена отдельная физкультурная группа на площадке по адресу Силкина, 20. Здесь инструкторы по спорту работают с понедельника по среду с 9 до 12 часов, по улице Казамазова, 10, со вторника по четверг с 10 до 13 часов. Площадку в сквере 22-го микрорайона по Павлика Морозова можно посетить с понедельника по четверг с 16 до 19 часов. Проект реализуют в течение всего лета. За подробной информацией можно обратиться по телефону 981-03. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.